Всем привет, друзья! С вами говорит Fastfood, команда Predators, и мы сегодня на проекте Break Advice, это базовый курс. Окей, и сегодня мы начнем с топ-рока, это классический степ, кросс-степ. Итак, для того, чтобы сделать кросс-степ, вам нужно встать, сделать шаг в сторону, правой ногой в левую сторону, левой ногой в правую сторону. Трудностей никаких нет. Единственная ошибка, которую допускают в этом степе, это низкие руки. Низкие руки. Недоделанный элемент. Постарайтесь вытянуть свое тело до конца и натянуться как струна. И бум. Бум. Итак, еще одно дополнение. Когда вы танцуете в музыку, у вас идет счет на раз и два. 3 и 4. Раз и два, 3 и 4. Окей. Какой ритм, такая скорость движения. Все просто.